Мне кажется, что если бы Украина хотела перемирие, ну, я имею в виду официальная Украина, оно давно уже случилось бы. То есть никому в Донецкой области не нужна война, не нужна. Они не воюют ради войны. Они защищают собственный дом. Если бы Порошенко хотел мира в реальном, то он был бы уже, просто он уже был. То есть вот эти все политические игры, и, в которых, к сожалению, задействованы обычные люди, и эти игры, в которых победа какой-то стороны возможна только при условии там, смерти, да, людей, которые вообще к этому не причастны. Ну, мне кажется, что как-то мир должен уже на это повлиять, должен уже по-другому к этому относиться. Очень грустно смотреть на молчащие страны, на людей, которые заявляют о себе как о лидерах мировых. Правда, грустно.